Итак, значит, очень важно начать с формата. То есть формат должен четко соответствовать. И неформатное изображение в редакторе смотрится шикарно, в социальной сети смотрится через одно место. Значит, мы делаем под Инстаграм, выбираю публикацию в Инстаграм. Значит, вот эти изображения, вот эти, их даже делать по шаблону, да искать какой-то шаблон вот для такого рода картинок, это даже себя не уважать. Почему? Потому что вся эта картинка делается с чистого листа, даже проще, понимаете? Почему? Потому что большую часть занимает само изображение для фона, затем берется продукт с вырезанным фоном, затем это обрезается прямоугольником, на котором пишется текст. Все. Даже можно не тратить время на то, что называется «ищите шаблон». То есть вот эту вот штуку можно даже не листать, честно вам говорю, потому что вот такие вещи делаются очень просто. Canva предлагает точно так же, как Крелла, вам более сложные, более интересные, более красочные шаблоны. Вот это все делается с чистого листа. Давайте прям с чистого листа и сделаем. Либо будем искать шаблон, как хотите. Кто не работает с Canva? Там готовая картинка вставляется. Я думаю, что там принцип вставления, как вставить картинку. Да, вот чем мне нравится Canva, потому что здесь готовые картинки вставляются очень классно. Поэтому сейчас давайте я немножко полистаю и найду шаблон, который будет с этим отчеркиванием. Их очень много. Я его просто быстро... видите. Почти то же самое, просто отчеркивание не внизу, а сбоку, видите? Угу. Не буду искать, я сейчас этот шаблон даже переделаю. Да там его и сделать несложно даже. Да его и делать несложно, Нет, все-таки, чтобы повторить то, что у нас, либо шаблон надо искать такой же, либо все-таки делать чистого листа. Можно сделать из чистого листа, из шаблона, чтобы посмотреть, как и так, так и так. Давайте сразу сделаем, чтобы потом выставить. Смотрите, вот я нашел то, что мне нужно. Видите? И зубную пасту нашу. И нашу зубную пасту. Значит, смотрите, что здесь есть. Здесь фоновая картинка, здесь белый прямоугольник, цвет его можно менять, и текст, видите? Почему я вам предлагаю все-таки делать по шаблону? Потому что здесь уже формат текста, видите, шрифта, здесь все по-русски. И здесь еще такие элементы, которых нет. Видите, вот эти вот штучки, они его немножко украшают, хотя их можно и удалить. Все. То есть я нашел шаблон, который ничем не отличается от вот этого, потому что при желании прямоугольник, как вы понимаете, можно растягивать как угодно. Да? Давайте все-таки повторим вот это счастье. Что мне нужно? Мне нужно фоновое изображение. Или это оставим, или все-таки возьмем людей, которые чистят зубы, да? Давайте зубную пасту скачайте сейчас. Все, давайте делать для зубной пасты, и давайте будем считать, что здесь какие-то другие люди, не дети, да? То есть смотрите, что можно сделать. Мы выбираем фото, и вот здесь вот пишем «чистят». Или, например, зубы. То есть ищем картинку по ключевому запросу. Видите, чистящие зубы. Если здесь написано бесплатно, я могу эту картинку использовать. Но очень много про-версий, видите? Сейчас я уже не на про-версии Canva, поэтому обламинго. Какая вам больше нравится картинка, кричите? Это про-про, тут особо выбирать не приходится. Это бесплатно. Если нам не устраивает то, что нам предлагается на бесплатно, мы идем в Яндекс. А вот с этим мужиком классно зубы чистить, она платная, да? С каким этим мужиком? А вот это вот прям классное, мне нравится. Это бесплатное, можно ее оставить. Мы хотим посмотреть, как делается все. Давайте. Например, будем считать, что мне вот эта вот картинка понравилась. Я хочу ее в качестве фона использовать. Смотрите, я ее нашел, прижимаю, тащу, и вот здесь нужно просто дождаться, пока картинка заместится. То есть, видите, она здесь очень четко замещается. Видите, опс.
все, картинка заместилась. Но, например, она уже выглядит не так, как я хочу. Видите, тут какой-то обрезок ребенка и так далее. Что я делаю? Нажимаю обрезка и начинаю эту картинку, скажем так, растягивать и двигать. То есть добиваться того, чтобы я в кадр попало то, что мне нужно. Все равно девочка уехала. Ну и бог с ней, мы сейчас вот этот вот прямоугольничек вот так вот сделаем, растянем и сдвинем. А вкрыло так не сделаешь, да? Почему? Все то же самое вкрыло. Вот, смотрите. Похоже на то, что мы уже делаем. Ну да. Ну да, похоже. Например, нам эта девочка не понравилась. Ну, то есть, и, например, из бесплатного нам ничего не предлагают того, что я могу на халяву затащить. Да, мечтать. Да, я иду в Яндекс, я пишу, например, люди чистят зубы. Перехожу в картинки. Здесь все бесплатно, как вы понимаете. Только нужно найти такую, которая вам больше нравится и на котором бы не было таких водяных знаков. Ну вот, например, да, неплохая картинка. Кстати, на нашу пасту чем-то похоже по цвету, да? Вообще класс, да. Ну, в общем, берем, сохраняем. Убеждаюсь в том, что эта картинка сохраняется в формате JPEG, потому что Яндекс иногда предлагает вам сохранять не в формате картинки, а в формате веб. Вот сейчас, может быть, такую какую-нибудь найду. Сохранить имидж. Блин, все как назло в JPEG предлагают. Ну, я думаю, что видели. То есть вы ее сохраняете, а она нифига не картинкой сохраняется. Да, видели. Да, видели. Значит, если вы, например, такую нашли картинку, она сохраняется не в формате картинки, а как ее все-таки сохранить в формате картинки самым простым способом? Я вам рассказывал вот об этом программке, которая позволяет легко и просто делать скриншоты. Вот она у меня запущена, эта кисточка, да? Я ее активирую, выбираю ту часть, которую я хочу сохранить. Можно даже в начале картинку развернуть по максимуму. Так, развернуть по максимуму на весь экран. Вот, развернуть на весь экран. Нажимаю теперь print screen. Так, print screen. А он так не нажмется на всю картинку? Это нет, я уже нет, нажимается. Так, надо только найти print screen. А, вот она у меня клавиша print screen. Принтскрин, вот нажал, делается то же самое. То есть принтскрин – это стандартная клавиша. Какая? Сделать принтскрин – это клавиша на клавиатуре. То есть это делается копия всего экрана со всей этой чернотой и так далее. Но когда у вас запущена вот эта программа с перышком, вы нажимаете принтскрин и активируется эта программка. Вот. Где же эта клавиша? Что-то ее не найду. Принтскрин, как она пишет? F12. После да. F12. Да, где функциональная а у меня FLOX. Она у всех есть. А, все, нашла. Мне еще все нашла. Спасибо. То есть сохранили картинку каким-то образом, да? Она у вас теперь сохранена на вашем компьютере. Возвращаюсь в личный кабинет Canva. Выбираю загрузки. Загрузить с устройства. Ищу эту картинку, куда ее сохранил. Вот они, эти люди. Она подгружается мне. Ну и теперь уже эту картинку, уже из своих загрузок, а не из стандартных картинок, я тащу на свой дизайн. Вот. Видите? Ну, эта картинка, будем считать, что она лучше. Логично? Да. Теперь, да. Что мне нужно дальше? Мне нужно написать текст. Вот здесь. Здесь, конечно, уже выполнены элементы оформления, видите, вот эти вот вертикальные штучки. Если они вас не устраивают, ну, удаляйте все нафиг. Хотя этого, например, делать я бы и не стал, да? Отлично написано, да. Да, написано по формату было все хорошо, но, например, вы решили взять удалить. Теперь, смотрите, еще какая штука. Когда вы берете шаблон, то есть вам уже все подготовили, чтобы, например, текст отделялся от следующего текста определенным количеством расстояний. Вы не можете их нормально двигать. То есть они двигаются все целиком. Если вы хотите что-то двигать аккуратненько, отдельно, нажимаете «Разгруппировать»,
То есть теперь у вас все элементы разгруппировались, их можно таскать по одному. Видите? То есть теперь можно двигать отдельно прямоугольник, текст у меня не двигается. Раньше у меня двигалось все. Замечали это или не замечали? Да. Вот, да, я сейчас беру, двигаю, теперь каждый элемент из этого пойдет. Игорь, а где это разгруппировать? Пропустил. Здесь, вот где расположение. Ну, сейчас еще раз. А в Крэле есть это? Да, тоже есть. Так. Потому что я что-то канву вообще забыла уже. Давным-давно, когда еще... Я и Крэла не помню, да, и канву еще. Нет, Крэла я уже более-менее разбираюсь. Коллеги, значит, смотрите, сосредоточьтесь на каком-то одном редакторе. Просто сейчас у нас получается Крэла, так, 10 человек у нас в Крэла, да, но, например, в Конве можно еще 5 человек набить, и кому-то будет что-то более выгодно. Правда, Конва, она значительно дороже, чем Крэла, и скидок у них нет. Так, теперь у меня есть отчеркнутый прямоугольник, видите? Теперь у меня есть место для текста. Нужно написать слоган. Вот какой слоган можно придумать для нашей пасты? У них тут про пасты нет, про зубной. Не видели вы ничего зубной пасты? Где-нибудь небось есть. Нет, я не видела. Ну, давайте тогда все-таки... Все 36 на месте. Не надо. Сейчас редко у кого 36 на месте. То есть вот этот текст здесь пишем. Все 36 на месте. Правильно, да? По-моему, 36 даже, да? 36 или 32? 32, 33. 32 зуба. Понятно. Вот ну, здесь но 33 зуб-то вырос, помните, фильм? Натуральная... Зубная паста и название пасты. Игорь, на месте вот дефис идти убрать. Чего? 32. Все 32 на месте. Да, тихо, убрать. Нет, почему? Все 32, дефис на месте. Это да, возможно. Нет разве? Не нужно никаких дефисов, все нормально. Нет, все, вот так. Ну, в общем, с грамотностью, как вы понимаете, у меня, как всегда, нормально. Теперь, если вы все-таки берете шаблон с текстом, я не рекомендую вам, скажем так, этот текст как-то уж сильно править. Но если хотите, что можно делать? Можно взять за вертикальную вот эту вот штучку на рамке и, например, его вытянуть, чтобы все вытянулось в одну строчку. Да? Можно взять за уголки и как-то по-другому это менять, понимаете? То есть здесь возможностей достаточно много. Пользуйтесь какими хотите. Я еще делаю, мне нравится, после Вивасан флаг Швейцарии. Ну, как бы это тоже о многом говорит сразу. Можно обязательно. А есть... белое поле можно ужать по высоте? Мне кажется, оно сильно перекрывает картинку. Можно вот еще вот так вот, да? Как-то так. Вот как-то так было бы получше. И голубым, мне кажется, сделать. Так, ну, в общем, поменяли поле, отодвинули, сдвинули его за пределы картинки, да? Поработали с текстом. Если что-то нарушили, нажимаете «Отменить». Теперь нам нужно поменять цвет этой заливки, да? У нас, ну, по умолчанию белое. Выбираем, вот щелкаем вот сюда на палитру. И, например, выбираем какой-то готовый цвет. Ой, вот того, этот что... красивый цвет бирюза. Да, либо бирюзой, либо щелкаем вот сюда новый цвет и начинаем выбирать. Нет, такой наш, цвет. Наш, это же наш фирменный цвет. Классно будет смотреть с бирюзой. Ну, вот этот голубой, который, да. Какой? Вот этот, да. Этот? Да. Угу. Да, это... тогда я бы поменял цвет текста. И зубная щетка как раз такого цвета. Они пересекают. Поменял бы все-таки тогда цвет текста. Белый? На белый. Здесь на жирный. Ну да, смотрибельно. Вот. Да, Теперь зубную пасту надо нашу. Теперь Игорь, а как зубную пасту? Вот картинку на прозрачном фоне. Вот как ее все-таки сделать? Ну, давайте мы сейчас сделаем. Смотрите. Давайте прямо сейчас сделаем картинку, что мы еще... Ну, давайте доделаем эту зубную пасту. Да. Там бы еще правый вот этот пустой угол получился, светлый фон бежевый. Там можно написать Вивасан таким же цветом. Сейчас напишу. Будет классно.
А вот давайте научимся. Смотрите, когда вы ищете зубную какую-то штучку, можно в Яндексе, можно включить вот эти фильтры и сказать, что меня интересует файл, картинка в формате PNG. PNG – это и есть именно прозрачный фон. А как это сразу определить? Задать запрос, да? Да, сразу включаете фильтр, прозрачный фон. Но вот этот вот фон, он не прозрачный, он белый. Непрозрачный, он мутный. Это старая упаковка. Это вот старая, левее, которая. Вот, этот вот, видите, фон, да, он да. уже прозрачный, видите, он прозрачный, потому что он тут такой вот сеточкой. Квадратиками. Да, квадратики. Поэтому это вот можно брать с чистой совестью, сохранять. Ну, например, давайте рассмотрим ситуацию, когда вы нашли пасту, но она у вас, ну давайте вот старую возьмем, но она у вас на непрозрачном фоне. Я ее тоже сейчас сохраню, чтобы вам показать, в чем разница будет. Вот, значит, я продукт нашел, возвращаюсь назад в Крэлла, выбираю загрузки, загрузить медиа и загружаю эту и эту. Вот, давайте вначале с простого варианта, там, где фон обрезан. Видите, вот здесь прям видно, что фон обрезан. Я беру просто щелку, она у меня появляется на моем изображении. Теперь что можно делать? Можно также плющить. Вот, и благодаря вот этому значку, видите, кружочек, ее можно как угодно крутить. Вот, видите? Можно взять вот так вот, вот расположить и так вот расплющить. О, супер. Вот, вот получилось, но почти. Чуть-чуть уголочек торчит. Крутануть, мне кажется, надо, Игорь, чуть-чуть влевее. Угол побольше, чтобы перекрыло то изображение. Да, там просто уклон немножко, вот левее. Угол поменять. Отлично, сейчас нормально, сейчас вот так, отлично. Там вот. Внизу как то тень. Есть вот практически уже готовая вещь. Теперь что еще можно делать? Обратите внимание, здесь есть такая кнопка, которая называется «Расположение». То есть можно эту картиночку с вашим продуктом куда-то задвигать, либо поднимать наверх. Вот сейчас она мне лежит самая верхняя, поэтому она мне закрывает и текст, видите, и фон. Если я выберу расположение и нажму назад, смотрите, что произошло. Видите, кусок обрезался. Класс, да. Я ее туда задвинул. То есть вот об этом нужно знать. И этим можно, скажем так, варьировать. Сейчас я ее наоборот. То есть назад это получается под, а вперед это на. Ну, вот представьте, что вся эта картинка, она состоит из нескольких элементов. Ну, то есть и вы их положили как бы на слоями, стол. Слоями, да? Да. И вот вы с помощью вот этого расположения можете куда-то это двигать, понимаете? Выше, ниже и так далее. Так, ну а теперь давайте с другой картинкой, вот с этой. Видите, как она получается? Это да. Вот то, что делаете многие вы. Кстати, благодаря вот этим инструментам, вертикальным палочкам, можно вот сужать до нужного вам размера. Но все равно фон остается белым, видите? Да. Теперь, что можно сделать? В Canva и в Crayola есть инструмент, который называется обрезка фона. В Крэлла он прям отдельной кнопкой. В Canva выбираю эффекты. И вот, background remote, убрать background. А в Крэлла он тоже называется эффекты? В Крэлла он прям по-русски называется. Обрезки, да, я там видела, да. Кнопка обрезка фона. А в Canva вот нужно забраться в эффекты и вот найти вот такой англоязычный эффект. Обрезка фона. Нажимаю обрезка фона. И ту картинку, которую я выбрал, видите, которая обведена у меня, рамочку. Вот именно эту картинку он обрезает. Хотя можно было бы использовать тот сервис, о котором я вам рассказывал. Удаление фона. Вот этот сервис. Ссылка на него давалась еще в старом обучении. Просто загружаете сюда картинку, которую вы сохранили предварительно себе на компьютер. Вот. И сервис, вот видите, взял сразу обрез. Удаленный фон. Но раз мы говорим о сервисе Canva, то лучше пользоваться тем инструментом, который есть у них. О чем мне обрезать? Да, у меня, наверное, по времени будет более подходящее, чем по разным серверам гонять.
Ну да, опа, сейчас вот какой-то вот первый раз вижу глюк. Он не может обрезать фон, видите? Да. Я первый раз с таким сталкиваюсь, потому что фон, этот инструмент у них работал вообще шикарно. Все нормально, я просто в прямом эфире, поэтому все нормально. Татьяна Митрофан знает. Не надо, я тебе сколько раз говорю, замолчи эту программу, убирай. Вот видите, возникла проблема с загрузкой ГБ-РАМ по проверке подключения к сети. Ну, то есть это конкретный глюк. Я честно говорю, я первый раз такое вижу. Но, возможно, у меня что-то. Ну, нет, Игорь, это у меня, честно. Ладно. Ну, давайте вернем новую зубную пасту на место, потому что прям сегодня выложим, прям уже готовый. Все выложим этот пост. Да, да. Зубная паста у нас... А бэкграунд можно отдельно удалить, да, Игорь, если бэкграунд брать, сохранить потом... картинку, да. С удаленным фоном. И, да, любую картинку, которую вы удалили, да, вы можете потом взять себе, загрузить, вот скачать оригинал этой картинки себе на компьютер. Ага. Вот, теперь картинка готова, она ничем не отличается от вот этого. Да, она даже лучше, она классная. Это очень простые штуки, то есть это самый простой шаблон, вот видите, ну, то есть взяли одну картинку, положили вот этот вот прямоугольничек и на нем что-то написали. Цвет прямоугольничка можно менять. Теперь, что еще можно сделать? Можно, например, вот это счастье тоже как-то подвинуть, либо уменьшить что-то. А потом что можно сделать? Когда все готово, нажимаем «Скачать». И не, выбираем. А можно «Вивасан» вот тут над головками написать у них? Над головками? Ну, да. Давайте напишем над головками. Кстати, ой, над головками. У меня есть картинка с надписью «Вивасан» на таком фоне. Но, во всяком случае, я ее загрузила. Ну, наш вот фермер с галочками, которая... Ну, прошел уже, Игорь, прошел уже. Наверху было. Да, наверху было. Левее, которое было. Вон. Вот чем мне еще нравится Pro-версия, что там можно было папки создавать и по папкам... Я опять про... Значит, там с бантиком это не то, да? С бантиком. Не, 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 а, не, не, поняла. Не, не, не. Ну, тоже можно, вот. А его куда-то можно? Вот, да, да. Вот, картинка. Цвет. Двигаю куда угодно. По центру. А может, не надо по центру? По центру. Лучше в правый угол. Чуть расширить. Правый угол лучше. Нет, там будет не видно. Да нет, по центру надо делать. Зачем? Вот по центру сделали, чуть ее, это, раскрыть ее. Блин, микрофон отключила, я сижу, разговариваю с тобой. Игорь, можно нам тоже вот PNG вот такие? Хорошо. Мне так нравится. Ой, отлично. Которые уже очищенные. Ну что? Нам куда-нибудь Вивасан вот эти можно сбросить? Да, чтобы они готовы были. Это все находилось вот здесь. Это из Яндекса все чисто стырено. Вот они. Вот, да, картинка. Но там и цвет если... можно. Вот, Игорь, вот, если вот конкретно Google, вот эта картинка. В Google сможете загрузить? Сбросьте куда-нибудь. Это же уже готово, Игорь. А, понятно. Написать в поиске Яндекс Вивасан и включить фильтр PNG. Это хорошо, сейчас я скину. Как скажете. Так, ну вот давайте вам сразу ее скину, чтобы не забыть. Да, да. Отлично. Да можно или сюда, или потом в Google их загрузить логотип, ну, чтобы они там уже тоже... Перебросим, загрузим. Ну, блядь, смотрите, как красиво получилось. Красивая вообще картинка, обалденная. Супер. Сохранить сейчас где? Так, теперь нажимаю «Скачать», выбираю, в каком формате скачиваю. Да, вот здесь можно выбрать. По умолчанию он предлагается и наиболее оптимальный для этой картинки. Это PNG, да? Это качественная картинка высокого качества. Нажимаю «Скачать». Все, он загружает готовый дизайн мне на компьютер, папку загрузки, показать папки. Вот она. Вот, и я вам просто беру сейчас и кидаю. Контент. Да. Я кидаю вам в чат. Теперь, что еще можно сделать? Не зря посидели. Посмотрите. Пост сегодня сделали. Например, я могу из этой картинки сделать видео. Для этого требуется просто нажать на анимацию
и выбрать, какую анимацию вы хотите. Вот выдвигается, либо вот так вот улетает, либо появляется, либо вот так вот двигается, либо вот что-то вот. Ну, давайте, покажите нам, мы сейчас тут прям. Ну, давайте появление. А это версия Pro или бесплатная версия? Какая? Это вот я сейчас делаю на бесплатной версии. У меня Pro закончилось. То есть они дают... Вот то, что на платной, вот видите, здесь помечено значком, но почему-то они мне разрешают это делать, хотя странно. Понятно. Не должны они, разрешать. Они иногда выкидывают бесплатно, непонятно. Нет, смотрите. Игорь, вот сейчас, когда вы двигали, там буквы вот эти внизу двигались, прикольно. Как раз акцент, мне кажется, идет. Что? Вот где там еще красиво, когда выплывает картинка, мне нравится, выплывающая. Или да, или поочередно, когда. Как вот вы вчера делали промоушен вот сегодняшнего обучения. Это как я печатает? Делал в другом варианте. Но это когда их много. Ну, вот, давайте вот так вот сделаем. Вот, смотрите. Вот, да, тоже прикольно. Ну, и то есть здесь просто сидеть и подбирать эти анимации. Когда давайте музыку наложим. Музыку. Я не знаю, как тут музыка. Да, нажимай, давайте мы вас научим. На музыку нажимайте вон слева. Только мне кажется, Игорь, когда продолжительность 5 секунд, вот. Можно хотя бы 10-15 делать. Когда так, выбираем музыку любую. Stories. Ну, опять же, вот с музыкой здесь крайне, крайне внимательно будьте. Вот про это вы хотите. Это промо. Там они промо. Нет, там выбирать стиль нужно. Выберите стиль сначала. Вот, утро как раз. Снежное. Это все на про-версии, видите? Угу. Да. А вот в Крыло все бесплатно музыки. В Крыло нет ограничения. Там весь контент бесплатен. Там ограничивается на скачивание. А здесь другие вещи. Здесь контент ограничен. О, отличная музыка. Хорошая всё, музыка, можно ее подключить. Да. Веселенькая такая. Все, ничего не надо, она уже налегла, все. Я же так втрела, уже все, уже ничего не надо больше делать. Все, значит, вот мы из картинки, просто включив анимацию, наложив музыку, да, сделали видео. То есть теперь нажимаете «Скачать», он вам уже предлагает это качать в формате видео. Если длительность вам мала, вот сюда вот на значок длительности щелкаете и увеличиваете, сколько вам надо. То есть, например, взяли там вот, до 11 секунд увеличили. Пожалуйста. Все, нажимаете «Скачать» и скачиваете. Вот сейчас уже качается видео. Оно скачивается, но чуть подольше. Сидим, ждем. Вот развлекушка на Новый год, а? Короче, пить и есть не будем, будем изучать. Пить, есть! Нет, напьемся, наедимся, а еще пойдет тут у нас. Особенно, когда напьем, перепьемся. Я боюсь, у нас будут самые умные видео. Тоже вот красивые картинки. Ну, здесь у нее не все вот у этой, но все равно хорошее есть. А, ну это вот то, что вы увидели. Да, да, вот есть у нее очень интересные тоже. Не все, конечно, но есть очень интересные. Мне, ну, давайте искать какие. Ладно, хорошо, давайте тогда вот этот аккаунт разберем. Но еще раз говорю, вот ищите какие-то картинки, которые вам понравились, и мы их просто будем повторять, чтобы вот так вот учились. Ну, вот такое, вот можно перебью, Игорь, вот смотрите, вот то, что вы сейчас показывали, но они наляпанные слишком. Да, слишком наляпанные. Переборно. Нет, знаешь, что нравится, Юля, у них слова, вот эти вот. Вот слова, да, понятно. Выделены, да, вот еще, так, Игорь, на голубом форме. Разобраться. Отлично. Ты еще знаешь, чем разобраться, Игорь? Вот цветово, как это должно распределяться, там же ведь тоже есть какие-то правила, чтобы это не смотрелось кляксами по всему, по всей ленте. Вот поэтому, девчонки, я еще раз говорю, то есть если вы хотите пока не загоняться с цветами, берите шаблон. И придерживаясь тем цветам, которые уже есть в профессиональном шаблоне. Игорь, а можно выбрать уже в шаблоне какие-то цвета, чтобы они типа как автоматически уже выскакивали? Ну, этот шаблон можете использовать. Потом у вас на главной страничке есть раздел «Ваши дизайны». И вы потом просто можете открывать тот дизайн, который вам понравился уже с подобранными цветами. И просто заменять на этом шаблоне картинки на другие. Менять текст и все. И менять, например, фон вот этого самого изображения на нужный вам.
и все, и у вас новая картинка. Это когда в одном цвете, например, рамка там одна общая, ладно. А вот бывает еще, когда 2-3 цвета, вот ты выбрал их себе, да, допустим, ну вот я понимаю, что у меня эти 3 цвета должны быть в моей ленте. И вот распределение вот этого всего, оно же там тоже разное бывает. По горизонтали 3 картинки. Там, ну, это да, уже пошли вещи, которые связаны с дизайном. Здесь уже нужно, ну, чувство стиля, вкуса и так далее. Это, понимаете, это уже как бы следующий шаг. Давайте сейчас пока научимся выполнять простые технические действия, да, и кому все-таки хочется делать что-то такое очень более крутое, я вам рекомендую все-таки брать шаблон и выдерживать шаблон по цветам, по расположению текста и так далее. Тогда у вас будет получаться что-то очень хорошее. Так, теперь давайте это же самое, но сделаем с чистого листа. Вы увидите, что вот такие планы, вот такого плана картинки, у которых картинка, один продукт. Ну, давайте вот это вот 20 лет активной жизни. Забота о клетке. Любимое искушение. Да, забота о клетке. Зачем искушение? Вот это, да, 20 лет активной. Вот это, да? Да, давайте. То есть мне понравилось, как они сделали их подход. И, в принципе, давайте это сделаем с нуля. То есть, что я хочу? Я хочу хорошую картинку, да? Мне нужны какие-то люди в возрасте, но которые радуются, правильно? Пожилые люди, радостные пожилые. Вот, да, радостные пожилые. Ай, блин, зря закрыл. Радостная старость. Как там можно забивать? Ну, по-разному, кстати, картинка. Вот давайте вначале посмотрим, что в фотках стандартных предлагают. Напишем пожилые. Ну, пожилые там не... Ну, тут есть тоже радостные люди. А, ну, вот тоже, да. Да вот. Семейная пара. Вот старички. Отлично. Там же версия про, Игорь. Прям швейцарка. Вот, бесплатно. А, на про, понятно. Парочку надо выбирать, парочку обязательно. Ладно, ну вот чем мне не нравится. Негров только не выбирайте, а то вы бесплатные, любите. Бесплатные версии, приходится смотреть. Я согласна, Жанет. Радостные пожилые люди. О, вот так. Что значит правильно забить запрос. Ой, вон у них руки, как в «Титанике», они раскидали, прям прикольно. Вот вот, давайте, да. Вот это, она на нашем, с нашими... По цвету подходит. Да, очень. И красивые. Вот, прям красивые. В «Титанике». Вот, а вот как раз тот вариант, о котором я вам говорил, видите, сохраняет в формате Яндекс.Браузера, видите? Да, да, да. Не картинка, то есть вы это, если сейчас сохраните, вы не вставите. Да. Поэтому что мы делаем? Мы ее открываем на весь, нажимаем «Print Screen» и начинаем ее всю... сохранять. О, через телефон, конечно, смотреть это жесть. Даже очки не помогают. Не, но мы любим создавать себе проблемы и потом героически не бороться. Так, теперь вот это все удаляем. Кто это женщина в очках? Так. Вот. Ой, смотрите, что я сохранила демонстрацию экрана. Блин, ну, сейчас обрежу. Видите? Теперь, если я хочу это сделать фоном, выбираю расположение. Так, а здесь у них нет, к сожалению. Блин, жаль. Вот, например, в Крыло, когда вы выбираете картинку в расположении, там есть опция сделать фоном. А здесь придется ее брать, вот так вот растягивать. Ну, просто затягивать на весь фон. Но мне и так придется это делать. Потому что вот. Вот я сделал, да? Теперь. Нет, но мне нужно ее делать больше. Почему больше? Потому что внизу же у меня будет. Внизу же у меня будет этот прямоугольник. Поэтому уменьшить наоборот надо чуть-чуть. А его, может быть, можно наверху сделать? Нет. Надпись. Там, смотрите, много. Но правый верхний угол, там много места. Можно, конечно, бы. Логичнее бы написать вверху. Давайте вверху, а вот здесь вот расположим, а вот здесь вот расположим продукт. Вот здесь вот сделаем надпись вверху, а вот здесь расположим продукт, да? Да. Что, а вообще эта картинка бы классно зашла в прямоугольную. Ну да, соглашусь. Прямоугольник. Ну, тут будет. Руки обрезанные со всех сторон. Да. Ну,
Ну, давайте попробуем туда и продукт вставить. Вот, смотрите, а сюда в руку, мы им в клетку. А в руку продукт. Да, поставить, как будто они держат в руках. Конечно. Можно использовать. Так, теперь картинку взяли. Что мы делаем дальше? Мы ищем элементы. И нам нужен элемент, который называется прямоугольник. Вот можно, конечно, вот такие штуки, они мне больше нравятся. Вот смотрите. То есть я хочу вот на этом написать текст. Ну не на черном, блин. Ну, здесь цвет-то можно менять, можно с любой цвет сделать. Но это слишком вот такой вот, например, взять. Вот этот будет хорошо. Как облачко. Ну, типа да. Хотя можно взять вот любую фигуру, прямоугольник, да? А зачем брать-то? Написать просто фирменный, поставить наш вивасан и все, и в руки вложить коробку. Нет, здесь все. Же нам нужно написать. Нам же плюс нужно, 20 лет. Да, нам же нужно написать. Вот же мы делаем. Плюс 20 лет активной жизни. Почему я делаю вот эту подложку? Потому что если я напишу просто по-синему, это будет плохо видно, понимаете? Вот все эти подложки, это же называется подложка для текста, она прямоугольная. Здесь я просто взял ее, сделал более такую интересную. Все, подложка позволяет мне написать текст. Выбираю текст. Можно выбрать какой-то уже готовый вариант, ну, например, вот такой, да, уже с красивым текстом, да. Здесь просто пишу плюс 20 лет чего-то. Активной жизни. Ну, хотя на голубом фоне белыми буквами. Да. На голубом фоне белыми буквами. Почему мне не будет видно? Будет все нормально видно. Но всегда на подложке выглядит это лучше. Теперь смотрите. Мазня какая-то получилась. Ну, подожди, сейчас он ее уберет. Мазня. Значит, что я делаю? Я, во-первых, беру другой шрифт. Ну, например, вот такой. Такой вот шрифт. Делаю его чуть побольше. Вот. Так, стоп. Вот. И что я с ним сделаю? Я с ним сделаю вот такие вот эффекты. Я немножко буковки друг от друга растащу. Вот так. Это делается в элементе, вот, интервалы, видите, кнопочка. А интервалы? Да, интервалы, то есть меняю интервалы. Если было бы несколько строчек, благодаря высоте строки, можно было бы строчки немножко оттаскивать. Но, кстати, зря, наверное, я вторую строку удалил. Здесь можно было написать «защита клетки», да? Да. Как называется продукт. Но напишите. И вот так вот, ладно. Да, там можно было все написать. И вивасан, и забота о клетке, 20 лет активной жизни. 20 лет активной клетки, как это называется правильно? Защита клетки? Защита клетки. Защита клетки от вивасан. Нормально? Да. Да. Защита клетки от вивасан. Защита или забота о клетке? Забота, по-моему. Нормально, блин, специалисты. Да там просто все равно переделают. Сами же клиент переделают, как им удобно. Мы под них подстраиваемся. Ну вот, понятно, что я сделал. Хотя можно было вместо вот такого росчерка кистью сделать прямоугольник, как у них. Да я и говорю, вот это какая-то на него была. Просто кусочек мазня. Хорошо. Просто надпись сделать белыми буквами, да и все. Может, туда вивасан вставить? Мы стараемся сделать, как у них. Логично? Нет, никак. Мы стараемся сделать, как у нас, красивей. Да. Мы взяли у них какой-то этот самый, как его? Ну, шаблон. Идею. И пошли идею, да, идею. Мы хотели сказать, мы сперли у них просто. Да. Слоган, да? Как-то нет, не прям не нравится. Ну, взяли. Ну, ничего, наши же картинки раньше брали. Значит, смотрите, я взял квадрат и с помощью вот этих инструментов растягиваю его вот до уровня прямоугольника. Задвигаю, куда мне нужно, и меняю цвет. Все, ремонт у соседей нашего служит. Все, плюс 20 лет активной жизни.
Вот так, защита клетки от вируса. Так, надпись есть. Что дальше? Мне нужен продукт, да? Ты бы шрифт как-то пожирнее сделала, чтобы оно ярче было видно на белом фоне. Так, шрифт пожирнее. В разбивке хорошо, будет грубо вот это, мощно очень. Где мой любимый шрифт? Освальд. А какой? Освальд. А если так? Нет. А мне чем он нравится, он такой сжатенький. А, так, может, сейчас мы увидим. Так лучше? Ну, мне кажется, так ярче. Оно будет в глаза бросаться. Мне кажется, было лучше. Это грубо. Слишком выраженный черный цвет. Грубо. Хороший вопрос. Да. Хороший совет. А вот так. О, мне так нравится. Так получше. Да. Вот поэтому, коллеги, я говорю, вот со шрифтами, с их написанием, а здесь, чтобы это сделать хорошо, нужно либо очень много красивых шаблонов пересмотреть и стараться подобрать вот что-то похожее по написанию стиля, либо просто вот взять, нажать текст, найти уже готовый шаблон написания текста, который вам подходит, и просто-напросто сделать. К сожалению, вот в этих сервисах, они англоязычные же, да, и большинство шрифтов не поддерживают русский. И, конечно, вот так они смотрятся хорошо, начинаете писать по-русски, там получается какая-то фигня. Да, да, я пробую. Поэтому эта проблема есть, но тут вот видите, тоже есть уже вещи, которые написаны с кириллицы. То есть можно полистать и попробовать что-то поискать. Так, ладно, с текстом мы сделали, да? Заметили, какими инструментами я пользовался? Как я таскал, как я изменял размеры, менял шрифт. Мы уже работали, поэтому это больше посмотрим. Мы еще запись посмотрим. Я бы сюда все еще вставила, Игорь, я бы сюда все вставила. А защиту клетки не надо немножко сдвинуть? По центру можно, да. Да, да. По центру, по центру. Тоже сдвинуть. Все по центру. А если вместо, Игоря, а если вместо Вивасан обычный, вот просто пропечатно, поставить наш фирменный знак опять? Его где-то, я считаю, что его надо обязательно лепить, чтобы он был узнаваемый, вот как Мегафон, Билайн, все дела, чтобы у нас вот он хорошо, просто промеркался. Хорошо. Ищем наш фирменный знак. Вот его Игорь, можно... вы релакс пьете, да? Нет. А как вы с нами выдерживаете? А мне Маша иланг-иланг дает. А-а-а. Я там уже практически... А в искушении есть иланг-иланг? Искушение мне нравится. Я им регулярно пользуюсь, когда хожу на йогу. Так, вот так. С вами чихами сложно. Вот, и теперь ищем сам продукт. Защита клетки. Вивасан только чуть-чуть, мне кажется, да, надо подвесить на белый фон. Или на белый, или на голубый. Тоже есть защита клетки Вивасан, ага. И где это? Вон, третий. Вон это, вот это. А, да, мой любимый продукт. Ну, смотрите, здесь, вот видите, уже водяной есть. Знак. Водяной знак. Вот, он нам не подойдет. А вот второе изображение было. А почему водяной знак не подойдет? А потому что там бренд другой компании, то есть другого сайта. То есть мы, когда будем что-то вставлять, мы, значит, будем их рекламировать. Вы тоже обращайте внимание, я видела, кто-то размещал. Вот оно. Первой строке, второе изображение. Вот оно. Я его сохраняю. Я его еще и набрал. Уже готовое даже. Да, оно нужно мне. Так, вот куда это поставить? Можно на поставить руки, вот на руки. Вот здесь видите вот эту вот фигня, которую я схватанул случайно, черную. А ее нельзя утянуть? Сейчас попробуем. Сейчас будем утягивать. Что нам еще остается? Только... Может, Вивасан туда можем сдвинуть? На фоне. Вот саму клетку сюда, а Вивасан вниз, и там фон сделать, чтобы закрыть вот эту фигнюшку.
Что? Вивасан. Вивасан может сюда как раз вниз тянуть. Он более органично будет смотреться. Видишь, вивасан там... у меня на прозрачном фоне. Я поняла, фон только сделать там белый. Давай. Залить фоном. Берем опять элемент. Да. Можно опять же взять прямоугольник. И туда вивасан. Опять же взять его белым сделать. Заузить. Да. До нужного размера. Закрыть эту черноту. Ой, вот это прям элемент классный вообще. И в крыло тоже есть такое, да? Это стандартная фигура, она есть везде. Угу. Так, а вот теперь смотрите, видите, он у меня, да, скажем так, угу, расположение, значит, надо мне вперед тебя вытащить. Вот я вытащил. Ой, класс. И сделал чуть поменьше. Вот оно здесь смотрится, мне кажется, лучше. Так, а прямоугольник? Расширить вверх-вниз чуть-чуть. Расширить. А название-то куда мы влепим? Оно у нас там есть. Оно уже в записи есть. Где 20 лет. Я этих слов уже достаточно. Влеклась. Хотя где-то я видел вивасан прям на белом фоне. Бирюзовый такой, красиво вот смотрится. Вот. Как у нас веки роста, вот эта галочка по центру, вот этот цвет бирюзовый, или как он называется. Здесь так будет он прям небесный, хорошо. Да, мне вот так больше нравится. Так. Небесный какой-то такой-то. Вот так? Да, да. Ну, можно так. Вот смотрите, а коробочку что... ниже, коробочку ниже, наверное. Вот так. И левее. Чуть-чуть, да, чуть вверх, не, а то перекрывать. Вот так, стоп. Вот смотрите, что мне здесь не нравится. Мне здесь не нравится вот этот наш текст. Он как-то, знаете, зажат где-то вверху, забился. Ну, он отдельно как-то, отдельно. Да. Да, он отдельно. Вот здесь, конечно, расположение выбрано, но не совсем корректное. Ну, что поделаешь, не все шедевры. Но идея понятна, да? Да, понятно. То есть, в принципе, берем картинку. Игорь. Да. Переисправьте не защита клетки, а забота о клетке. Это по прайсу у нас правильно так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите тут, да, занимайтесь. А английский. Я и английский. Так. О клетке. Угу. Забота о клетке. Да, все, теперь очень правильно. Очень хорошо. По центру. Так может мы это... Забота о клетке вправо сместите, вправо, правее, по центру, под активной жизнью. Теперь наверх чуть-чуть, под активную жизнь. Да, вот так. Забота о клетке, чуть-чуть шрифт увеличить. Я бы поменьше сделала, вот белый фон этот. Очень растянули. Я специально это сделал. А может быть его сделать не белым, а бледно-бледно-серым, и тогда будет лучше смотреться. Ну, хорошо смотрится, девочки, хорошо. Лучше. Я бы его вообще убрала, этот белый прямоугольник, написала просто на голубом фоне белые буквы, например, попробовать, и все. Вот, можно, да, мне тоже так кажется. Не надо вот эту лепуху, вот это, она, зачем она это вот тут, непонятно. Горизонт лишний. Чуть-чуть подсобрать чуть-чуть по краям сюда, от края. Сейчас. Что подсобрать? Ну, поджать с краев сюда. Куда? Ну, сейчас уже хорошо. Слишком растянутая надпись, чуть-чуть соберите ее, покороче сделать, как сказать. Не, нормально. Нет, да? Не да? Ну, пусть делать так, лучше, чем... Единственная забота о клетке немножко пожирнее. Нет, уже не так смотрится, не это надо. Это уже скучно, потому что все заглавные буквы. Да, да, мне да. И вы же смотрите, вы сейчас смотрите на картинку, если она в том же Инстаграм, она будет маленькая в ленте, и этого будет практически не видно. Мы-то сейчас ее смотрим больше... Забота о клетке практически мало видно. Вот так хорошо. Вернее,
Забота о клетке. Забота о клетке, больше шрифт сделать. Я бы вообще написала забота о клетке наверх ее, потому что все-таки название продукта, и плюс 20 лет активной жизни чуть поменьше. Нет, надо сначала 20 лет, мне кажется. Мне хорошо. На клетке еще чуть-чуть поярче, поярче, не крупнее, а поярче. А забота о клетке на другом шрифте, что ли, написано, да? Да, да, да. Вот так. Ну, она зачем в другом шрифте-то? Вообще никак не катит. Так, сейчас подожди, смотрите, вот тоже хороший вопрос. Вот, например, я хочу, чтобы забота о клетке была написана таким же шрифтом, правильно? Да. Да. Так, стоп. Здесь, во-первых, вылезла вот эта вот фигня. Да, да. Думаю, что это такое. А, смотрите, я выбираю нужный мне шрифт. Нажимаю вот на эти три точки. Валик, видите? Угу. Скопировать форматирование. Щелкаю. И щелкаю вот сюда. Вот по тому тексту, который я хочу, чтобы был написан так же. Ну вот и более-менее нормально. А то что-то какую-то лепоту наделали. Ну, хоть кому-то угодили, уже хорошо. Очень хорошо. Ну вот, прилично. Во, и не скопировали их, а по-своему, их класс. И получилось по-своему. Вот, да. Теперь скачать. Тут получишь. Да. Да. Да, зачтено, Игорь, зачет от меня. Класс. Ой, красивая картинка. Музыку давайте наложим. Опять. Да, давайте скачаем в виде картинки. 12-го, красавчик. Сначала картинку, скачать. Вам потом никому не готовы, Юля, два моста готовы. Да. Теперь можете экспериментировать на нем. Один сейчас с утра зубную пасту сейчас выложим, а это уж к вечеру. Или завтра утром, чтобы утром уже готовы. А может, нам, смотрите, рабочий режим последние дни. Игорь, а может быть нам по субботам вот так оставаться и по две картинки минимум делать сообща, чтобы не лепить? Давайте. А там уже кто лично хочет что-то дополнить, на это вот прям, чтобы обязательно у нас было. Каждую субботу по две картинки. Только вы ищите примеры хороших картинок, которые мы будем повторять, чтобы нам на это время не тратить. Хорошо? Не, ну вот это прямо круче, чем Титаник. Да, мы что повторять? Мы на такой вот, вот смотрите, какие шикарные. Мне прям вообще легло сегодня. Весь дизайн отлично. Просто. Не, ну там же посмотрели, поэтому увидели, чего хотели. Да, с чего брать-то? Даже пусть не наша компания, а посмотрели. И... Я почему добивалась про парфюм? Вот такой слоган. Вот 2-3 слова, которые написать, которые будут цеплять. Потому что мы парфюм так и не доделали, потому что нет вот этих вот цепляющих слов. Да. Но наркотик от Вивасан классный был, конечно. Да, да. Лучше не придумаешь. Оружие наркотики. Не поймет, что из наркотик.